Меня зовут Аня. Я координатор волонтерских проектов Бобруйской еврейской общины. Наш город – это город неравнодушных людей. Более 20 лет тому назад группа женщин решила помогать одиноким пожилым членам общины. Эта помощь стала основой зарождения хеседа в городе Бобруйске. И вот уже несколько лет тому назад новые женщины из нашей общины объединились, чтобы помогать. В этот раз подход к волонтерству стал совсем другой. Очень много внимания уделяется обучению волонтеров. Это позволяет оказывать качественную помощь, а также формировать сильные команды единомышленников. Так что же мы делаем? При тесном взаимодействии общины и хеседа мы узнаем про людей, которым сейчас нужна помощь. А далее я ищу группу волонтеров, которые могли бы помочь. Мы не хотим, чтобы люди оставались один на один со своей бедой. Поэтому всегда стараемся оказаться рядышком, когда им нужна помощь. Быть волонтером и просто, и сложно одновременно. С одной стороны, не нужно обладать какими-то специальными навыками. И достаточно немножко свободного времени. А с другой стороны, бывает трудно, и у нас не все получается. Но мы учимся и движемся вперед. Волонтеры – это супергерои, которые живут рядом с нами. Они готовы прийти на помощь в трудную минуту. Алло? Да, конечно. Да, через 10 минут будут. Они творчески подходят к решению задач. Они всегда рады принимать единомышленников в свою команду. В нашей команде есть волонтеры разных возрастов. Это и молодые люди, и люди старшего поколения. Люди разных профессий. Это врачи, учителя, школьники, студенты, банкиры, директора, визажисты и парикмахеры. И каждый из них может помочь. Например, сходить в магазин для человека, который не выходит из дома. Очень часто поступают запросы доставки лекарственных средств. А иногда достаточно просто позвонить одинокому человеку и побеспокоиться о его здоровье. Мы рады новым специалистам. Мы рады новым друзьям. Мы рады новым партнерам, потому что вместе мы сможем гораздо больше.